Сьогодні будемо спілкуватися із представником РДК. Будемо говорити про партизанський рух на Росії. Ми багато зараз читаємо про появу різних несанкціонованих, так би мовити, вибухів, несанкціонованих пожеж, які раптом от з'являються там за Запоріжжям. Неспроста це все стається, неспроста це все трапляється. Ми зараз будемо спілкуватися із начальником штабу РДК Олександром за псевдо «Фортуна». Вітаю вас, Олександре. Вітаю вас і дякую вам за можливість поспілкуватися, тому що до вас і до, в принципі, до вашого руху є дуже багато запитань. Я поясню нашим глядачам, чому ми вирішили спілкуватися саме з вами і саме з на цю тему партизанського руху. Ми дуже багато бачимо різної інформації, різних експертів і різних аналітиків, які говорять про ситуацію в Росії. Але ми розуміємо, що це погляд наш. На цей погляд дуже часто накладаються наші якісь можливі очікування того, що би ми хотіли бачити, щоб відбувалося в Росії. От, але ми розуміємо, що цей погляд дещо певною мірою замилений. Чому замилений? Тому що ця проекція наших очікувань, вона накладається зрештою і на те, що ми говоримо на загал. Не ми особисто, а експерти, з якими ми спілкуємося. У нас є такий принцип, от, зокрема, в п'ятого каналу, ми взагалі цього принципу залізобетонно дотримуємося. У нас немає взагалі російських експертів. Саме із Росії, там не важливо, чи це ліберальні експерти, чи це будь-які експерти, їх в нас просто в нашому етері немає. Ми розуміємо, що певні процеси відбуваються в самій Росії, і знову ж таки, ті експерти, які говорять із нашими колегами на інших каналах, вони в переважній більшості своїй не живуть в Росії, вони знаходяться за межами Росії. От, і вони теж мають дещо певний такий замилений погляд на все те, що відбувається. Тому ми вирішили от поспілкуватися з вами, поговорити саме про силовий, так би мовити, блок партизанського руху, який починає набирати обертів в Росії, поговорити про причини, про наслідки, про те, як взагалі цей рух взагалі починає формуватися, чому він починає з'являтися, хто його модерує, цей партизанський рух. Ви точно вже є експертом у цих питаннях, тому що ваш останній вихід на Брянщину показав, що, в принципі, ну, ви цим виходом заявили про себе досить потужно і вголос. Дуже є багато запитань до того, як ви там з'явилися, чого ви там з'явилися, чого саме в той момент, коли нібито планувалася спецоперація того самого ФСБ, і це мав бути такий суттєвий теракт на зразок Бесланського, коли велика кількість заручників мала бути захоплена. Тобто я так розумію, що РДК мала оперативну інформацію, ви просто зіграли на випередження в тій ситуації на Брянщині. Добрий день всім. Ну, смотрите, є кілька версій. Ми слышали цю версію о тому, що планировалась со стороны Российской Федерации там некая история, и мы сработали на опережение. Давайте мы не будем там все карты раскрывать, может быть это было так, может быть это было не так. В любом случае я могу сказать, что даже если мы об этом знали, то без подробностей каких-либо. Зрозуміло, що ми можемо зараз говорити тільки виключно в рамках дозволеного, в рамках того, що ви можете сказати. Розуміємо прекрасно, що наша розмова – це одна із таких можливостей для нашого ворога, можливо, там десь між крапельками дізнатися якусь інформацію, тому що ми свідомі того, що моніториться все, що говориться, зокрема, і на п'ятому каналі, взагалі інформаційний простір України дуже потужно російською розвідкою, зокрема, моніториться. Вони намагаються вишукувати, от, в принципі, якісь для себе якусь інформацію. Давайте все ж таки почнемо з невеличкої такої міні-презентації РДК. От ваш рух яку ідеологію сповідує? Ви крайні праві, ви крайні ліві, ви анархісти, от хто ви? Ні, ми не являємося крайні правою організацією, ми не являємося крайні лівою організацією, ми
такие традиционные правые центристы. То есть мы, если в двух словах, то мы правые консерваторы. То есть это такое умеренно правый политический окрас с традиционными ценностями и с консервативными ценностями. А у что нас такое... нет... Александр, а что такое консервативные ценности для вас? Ну, для нас существуют традиционные ценности, традиционная семья, например, это какие-то вещи, которые мы ставим во главу угла, например, грубо говоря, тобто ви проти ЛГБТ, ви проти геїв, ви проти всього того, що от, ну, от складає, так би мовити, частково там якусь скрепність руського міра. Ми не проти ЛГБТ і геїв, ми проти демонстрації всіх цих речей. Тобто ви за, ну, умовно кажучи, ви сказали, що це консерватизм, це такий певний традиціоналізм. Окей, це ваші погляди, да. Нема питань. Хто люди, хто складає кістяк зараз з РДК, ну, тому що ми потім від вас перейдемо, загалом намагатимемося робити проекцію на партизанський рух, який починає підніматися в Росії. От, можливо, там якісь паралелі будемо намагатися провести між вами і ними. От, але от почнемо з вас. Тобто, хто складає кістяк от вашого зараз цього бойового крила? Це молоді люди, це люди з військовим досвідом, це хто ці люди? У нас достаточно большое количество разных людей. У нас есть люди с боевым опытом, у нас есть военные специалисты, которые, ну так скажем, там узкоспециализированные, которые, ну, являются не просто, там, грубо говоря, людьми, прошедшими контракт, либо что-то еще, это представители каких-то структур в прошлом, то есть это спецназ. Есть молодежь, есть люди постарше, есть там сильно постарше. Люди разные. Тобто це люди, мають, люди, які мають бойовий досвід. Тобто ви цей бойовий досвід набували десь, так, в гарячих точках, чи це безпосередньо вже бойовий досвід набути тут в Україні? Разные є люди. Є люди, у которых бойовий опыт був тільки, так скажем, уже в рамках широкомасштабної війни нинішньої. Є ребята, які в АТО приймали участие. Є люди, які приймали участие в различных конфликтах, там вообще в других каких-то частях мира, ну, разные. Но это все люди, в любом случае, имеющие боевой опыт. Як цей бойовий досвід зараз допомагає вам в тій роботі, яку ви, ну, фактично започатковуєте? Започаткували, в принципі. Планування, планування операції, підходи до планування операції. Тобто ви враховуєте, ви знаєте добре специфіку, умовно кажучи, того самого ФСБ, тих, хто там вам протидіє, чи може протидіяти. Як ви цю специфіку враховуєте? Ви там враховуєте їхній менталітет, ви враховуєте їхнє спорядження, озброєння? Всі ці фактори в будь-якому випадку учитуються, учитується в цілому подход вообще российской армии к войне, в том числе спецслужб, их школа планирования, их школа реализации каких-то операций, каких-то планов. Естественно, все это очень тщательно, скрупулезно перед каждой операцией, перед каким-то действием изучается, рассматривается. И, ну, мы уже, понятное дело, в том числе на основании этих данных и этой информации что-то планируем. Это все берется в расчет в любом случае. А розвідка, наприклад, на території, на яку ви намагаєтеся, умовно кажучи, там зайти з операцією, хто вам допомагає її проводити? Ви самі проводите? Чи у вас є, ви ж там маєте можливість залучати людей з Росії? Тобто, от як це? Є часть, так скажем, розвідувальних мероприятий, які ми проводимо своїми силами. Есть часть разведывательных мероприятий, которые мы проводим силами людей, находящихся на территории Российской Федерации. Это, так скажем, наши симпатизанты из числа гражданских людей, из числа военных людей, из числа людей, которые работают также и в спецслужбах Российской Федерации. То есть это не там какое-то гигантское количество, но мы на эти данные тоже в определенной степени опираемся.
Ну, ми бачимо статистику, ну, дивно, в принципі, з одного боку дивно, а з іншого боку не дивно чути про те, що у вас є симпатики, наприклад. Тому що ми враховуємо, знову ж таки, соціологію, яку ми бачимо. Нехай вона, можливо, частково спотворена, враховуючи, що підконтрольні Кремлю соціологи всі фактично, і можна, ну, навряд чи можна сподіватися на відверту соціологічну інформацію із Росії, але тим не менше вона засвідчує, що, ну, там в районі 80% росіян все ж таки підтримують політику Путіна, політику Кремля. Тобто ви серед цих 20% намагаєтеся знайти тих, хто вам може допомагати. Ну, це не зовсім правильна така історія. Можна розділити условно дуже на три категорії все населення Російської Федерації на сьогоднішній момент. Є категорія, которые вот там за Z, за всю эту историю, ну там с ними все понятно, как бы их большое достаточно количество, и ну, с этими ребятами все ясно, ни у кого никаких иллюзий насчет них никогда не возникает. Есть категория людей, которые редко против, но в силу существующего репрессивного аппарата в России, они там тихонечко сидят дома и особо ничего не делают. Ну, так скажем, это относительно взрослые люди. Если мы берем молодежь, то молодежь, да, она может там что-то устроить, поджечь военкомат, там, не знаю, взорвать железнодорожные пути, что-то еще. Ну, это такая очень небольшая пассионарная часть. Есть третья группа, это неопределившиеся люди, которым в целом история вся эта не нравится вообще. И они там начинают на себе уже и какое-то давление экономическое чувствовать, ну и в целом. То есть им как бы не нравится. Но в открытую они пока еще не готовы что-то делать. Но у них уже вот недовольство начинает нарастать. Постепенно оно все становится все больше и больше, усугубляется разными факторами. И вот неопределившихся их, наверное, ну я думаю, что сильно-сильно больше, чем первых вот две категории, которые я назвал. Наша, конечно, одна из внутренних задач этих неопределившихся сделать абсолютно недовольными. Ну, це означає, що ці недовольні можуть складати кістяк, на який ви можете опиратися. Не тільки ви, а інші партизанські з'єднання, там, я гучно називаю це з'єднання, але інші партизанські там протестні рухи, які з'являються. Ви формуєте, ви ж продовжуєте формувати, ну, свої далі там підрозділи, укомплектовувати. Хто до вас приходить? Це там люди, які там намагаються виїхати з Росії, чи виїжджають з Росії, чи це можливо із там, ви проводите якусь, маєте можливість проводити там, я не скажу там вербувальну роботу, але тим не менше заохочувальну роботу серед військовополонених, які потрапляють в Україну. Тобто, от хто до вас долучається зараз? Ну, давайте сразу скажемо, що з пленними ми не общаємося, і я лично, як глава штабу, не верю в то, что пленный может просто взять. Вот сегодня он воюет с одной стороны, потом с ним поговорили какие-то ребята, да, и он сказал: ой, я там ошибался, нет, давайте я теперь все, я буду теперь в другую сторону воевать. Ну, такого не бывает. Кто бы там что ни говорил, ну, это полная чушь, я не верю в такие истории, я ни разу еще не видел, чтобы это действительно работало. Тобто фактично, Олександр, перепрошу, фактично вы працюете с идейными? Мы работаем с теми людьми, которые по зову сердца и совести решили что-то сделать в своей жизни хорошее, наконец-то. Вот, ну, если в двух словах. К нам приходят очень разные люди. Очень разные люди. Есть, я вам могу там короткую историю рассказать. Есть у нас один человек, который для того, чтобы попасть к нам, в Турции купил на последние деньги байдарку, переплыл на ней Черное море, чтобы попасть в Грецию и попасть уже к нам. То есть такие люди. Есть люди, которые успели вовремя выехать из России в Европу. И, ну, как правило, это пассионарные такие достаточно там, в основном молодые люди. И вот они хотят попасть, и мы им там всячески помогаем. Люди разные есть. Есть люди на территории России, которые находятся, и которым мы предлагаем различные механизмы того, как им оттуда выехать и попасть к нам. Ну, то есть это все достаточно просто, и для того, чтобы попасть к нам, любой человек может написать у нас в чат-бот в телеграм-канале официальном, либо он может обратиться в дружественную организацию, нам дружественную, которая называется «Гражданский совет», она находится в Польше, и мы в плане рекрутинга, в плане вот именно такого взаимодействия по потенциальным каким-то рекрутам с ними очень много работаем. Ну, вам же ж не цікаво тільки накопичувати сили і ресурси в Україні, вам же треба накопичувати сили і ресурси, зокрема, людські, і в самій Росії?
Конечно, конечно. Но на сегодняшний момент, вот нам очень часто этот вопрос задают, но нужно понимать, что для создания, там, так скажем, критической массы каких-то партизанских ячеек, каких-то там еще людей, нужно, чтобы ситуация в России была предреволюционная. Тогда большое количество каких-то спящих там партизанских ячеек, оно уже начнет давать свои плоды, видимые там невооруженным взглядом, так сказать. На сегодняшний момент существует определенный комплекс работ по созданию этих ячеек, которые чем-то там занимаются, давайте так скажем. Ну, то есть работа определенная ведется. Но массового этого пока нет. Но мы к этому стремимся, естественно. Тобто географія ваша це не тільки там Москва, Петербург, Новий Новгород, не знаю, там ще якісь великі міста. Це вся вся Росія. Да. Ви залучаєте людей знову ж таки лише ідейних, чи ви можете собі дозволити, наприклад, залучати і там ну, за гроші мотивувати їх? Я, наприклад, якщо вам потрібна доступ до якоїсь там людини, через яку ви можете влаштувати якусь там операцію, і ви розумієте, що це буде коштувати енну суму. Мы можем и таким образом вопрос решить, это вообще не является проблемой. Тобто це означає, що у вас є для цього ресурси. Ну, у нас есть ресурсы, мы периодически изыскиваем какие-то ресурсы. Здесь же это ж, ну, мы же уже тогда входим в какие-то коммерческие рыночные отношения, нам нужно сделать определенную акцию на территории страны. Ее не хотят люди делать, допустим, из идейных только лишь соображений, она там опасная, сложная какая-то еще. Находится человек, который нам озвучивает стоимость, если мы считаем, что это соразмерно, то мы начинаем изыскивать средства для реализации. Это, ну, то есть абсолютно рабочая история. Гаразд, тоді, якщо говорити про формування партизанського руху в Росії, в принципі, ви якимсь чином намагаєтеся контактувати в різний спосіб із тими рухами, які починають з'являтися в Росії? Чи от у вас своя, як би мовити, так свій город, а у них свій город? Так их не существует на самом деле, каких-то там вот именно партизанских движений, так скажем, которые достойны внимания. То есть есть очень большое количество различных движений, которые только в медиа являются движениями, они там о себе заявляют. Но мы люди такие, больше практики, и нам вот именно при работе с теми ребятами лучше меньше слов, больше дела. Мы, наверное, вот такой больше придерживаемся практики. Это гораздо эффективнее, интереснее и дает гораздо больше каких-то плодов нормальных. А нагадаю нашим глядачам, які долучаються до нашого лайвстріму, що ми спілкуємося із начальником штабу РДК паном Олександром на псевдо Фортуна. В принципі, говоримо про формування партизанського руху в Росії, розуміючи, що там революція від глибинного народу, ну це довгоочікувана історія. А от є можливість сьогодні знову ж таки силами партизанських рухів почати формувати цю передреволюційну ситуацію. Вона ще за Леніним, ще за класиком, якого в Росії зараз знову почали активно вивчати. Революція виникає тільки тоді, коли верхи не можуть, а низи, вірніше як, низи не хочуть, а верхи не можуть. То от, в принципі, якщо говорити про суть саму невдоволених, суть протесту, вона формується зараз навколо чого? Навколо війни, навколо економічних негараздів, от навколо чого? Ну, смотрите, вот это такой вопрос специфический, который очень часто задают люди, которые в России либо не жили, либо не были никогда, и немножко неправильно себе представляют, как там в целом вообще жизнь устроена. Там любая история, которая может начаться, она начинается либо из-за экономики, либо если война начинает непосредственно напрямую касаться тех людей, которые затем впоследствии будут участвовать в каких-то акциях, каких-то событиях и так далее. То есть на сегодняшний день, наверное, 80 там, процентов, ну, 70% людей, граждан Российской Федерации, для них война в Украине – это то же самое, что война на Марсе. Она их не касается вообще, но она там где-то есть, да, окей.
что-то там кто-то делает, нас это не касается, все это затеяло правительство, мы тут себе как жили в твоем там, не знаю, в селе где-то там далеко за Уралом, мы так и живем. Вот. Поэтому для того, чтобы что-то произошло, нужно, чтобы что-то произошло в жизни этих людей. Это не значит, что им там нужно поджигать села, там, устраивать какой-то геноцид. Нет, эти люди должны на себе непосредственно ощутить все тяготы войны в плане экономических санкций, в плане того, что они не нужны абсолютно этому государству, ну, и так далее. Вот тогда, да, начинает зарождаться недовольство. Тобто холодильник має перемогти телевізор? Тут должно сойтись два фактора. Вот когда на улице начнут полицейские хватать людей и засовывать их в автобусы, вести на фронт насильно, как это у нас там так называемых ДНР, ЛНР происходит, да, они согласны их просто стрелять прямо сразу на улице. И вот когда это совпадет с холодильником, с пустым, вот тогда начнется что-то интересное. Ну, уже по-настоящему и в рамках всей страны. Вот до этого, да, мы можем наблюдать какие-то вспышки, какое-то недовольство, там что-то сожгли, там взорвали, там что-то еще происходит, но массово будет, по моему личному мнению, массово будет только тогда, когда эти два фактора сойдутся. Нагадаю глядачам, які долучаються, ми спілкуємося із начальником штабу російського добровольчого корпусу Олександром Фортуною. Говоримо про формування партизанського руху в Росії, взагалі про його перетечу, про його можливості, ну і в принципі про наслідки. Глядачі запитують, а яка ваша мета, за що ви воюєте, за що ви боретеся? Ми боремося за наш новий дом, яким стала для нас Україна, і для нас первая, так скажем, мотивационная составляющая – это победа Украины в этой войне на условиях Украины. То есть это для нас цель номер один. А цель номер два? А цель номер два – это демонтаж существующего кремлевского режима и вообще парадигмы существования российского государства в данный момент. Это цель номер два. Ну, то есть одно проистекает из второго. То есть нельзя заниматься демонтажом России как государства, не победив в этой войне. Ну гаразд, якщо перемога відбулася, Росію ж так же просто демонтувати не вдасться. Це не означає, що раптом от народ прозріє і раптом там військові навколо Путіна прозріють, ФСБшники всі прозріють і скажуть, ну а цар та не настоящий, там замочать його, грохнуть і поставлять, ну їм треба буде якось обрати нового царя, там не знаю, Шойгу, Пригожина, кого вони там захочуть. І, в принципі, для них мало що може змінитися, в тому числі для вас. Ви розумієте, що ця боротьба для вас – це на десятиліття? Звісно. І ви готові на це? Ну, та точка зрення, про яку ви говорите, вона достатньо популярна, особливо там в кругах господ лібералів, що давайте ми зараз все це закінчимо, уберемо Путіна, уберемо там якесь ближайше його окруження, власть поменяем, все будет хорошо, ну, и так далее. Все начнем дружить. Конечно, этого не будет. Я считаю, что Россия, к счастью или к сожалению, ну, должна пройти через гражданскую войну. Потому что только гражданская война на сегодняшний момент может явиться фактором, который сможет породить в России гражданское общество. И как только в России появится гражданское общество, от этого общества начнутся запросы на изменения, в том числе изменения государственных институтов и вообще системы управления страной. А цікаво, вопрос чи... в том... Цікаво, Олександр, на чому тоді ви боці будете в цій громадянській війні? Ви там і інші там, мовно кажучи, партизанські з'єднання? Ми будемо, я думаю, третьою стороною, яка буде воювати проти всіх на території Росії. Угу. Це так, як свого часу УНУПА воювали проти німців і проти більшовиків. Тобто ви такий собі український УНУПА. Зрозуміло. Давайте трішки поговоримо про ті операції, свідками яких є ми, але я розумію, що ви до цього не причетні, тому що, зокрема, в Ростові-на-Дону вибухнув управління ФСБ, і там відповідальність на себе взяли Чорний міст. Ви щось чули взагалі про цю організацію? Есть такая организация, мы слышали, и это не единственная их акция. На мой взгляд, люди делают все правильно, желаю им только большой удачи и побольше громких подобных операций.
з хорошим ісходом. Гаразд, а як тоді вдалося, ну, на ваш погляд, ви ж розумієте, в принципі, що таке управління ФСБ, от на ваш погляд, які взагалі можливості були принести ту вибухову речовину, чи там ту рідину, яка вибухнула, як вони написали, від лампочки всередині, і от це все замаскувати і розмістити там безпосередньо там, де склад, де з боєприпасами знаходився, і от досягнути такого ефекту. То це можливо зробити людині сторонній, чи це все ж таки мають бути ті, хто, ну, що називається, допомагав там цим партизанам вчинити таку диверсію? Ну, знаете, вот существует такой миф про всесильное, огромное, страшное ФСБ РФ, которое тебя в любом случае найдет, посадит, отыщет, разыщет и так далее, что это там абсолютно какая-то вот такая сила, с которой невозможно бороться, которой невозможно сопротивляться. Это абсолютный миф, такой же, как про вторую армию мира и про все остальное. Любой человек, который имеет желание, во-первых, и время на подготовку, может сделать подобные вещи. Абсолютно любой человек. Очень долгое время, как мы знаем, в Российской Федерации все, кто имел хотя бы какой-то там определенный уровень пассионарности, подвергались различным гонениям, пыткам, посадкам и так далее. И вот ФСБ РФ в какой-то момент начали считать себе структурой, которая абсолютно всевластна, которой дозволено абсолютно все, и которая неприкосновенна, и никакого сопротивления быть не может. Именно по этой причине в Брянскую область РДК зашли, ну, там, прогулочным шагом. Тобто ФСБ – це така сама дута історія, як і друга армія світу, але з іншого боку ФСБ тримає сьогодні в покорі всю Росію? Да. Тоді, якщо король голий, чого цей голий зад ніхто не бачить в Росії? Ну, в Росії це якраз складно побачити, тому що в Росії впливання держави на життя простого людини і присутствие держави в житті простого людини, воно огромное, это сложно себе представить, каким, ну, вот насколько глубоко государство проникло в жизнь каждого россиянина. То есть человек не может там купить себе сим-карту, не показав паспорт, человек не может открыть там счет без передачи огромного количества какой-то конфиденциальной личной информации. Государство знает про россиянина все. Тем более, если мы возьмем какие-то крупные города, Москва, Петербург, ну, города-миллионники, там есть везде система видеонаблюдения, куча-куча всего, и вот эти все ковидные, довоенные истории, они показали, насколько хорошо это работает. То есть человек вышел куда-то из дома, а через 10 минут ему приходит огромный штраф, потому что его увидели, распознавание лиц сработало, будьте любезны оплатить. То есть все это работает, но оно работает именно для, так скажем, обывателей, которые и не помышляют о каких-то действиях там, против ФСБ или, там, не дай бог, против правительства Российской Федерации. Когда находится человек, у которого все продумано, у которого есть большое желание что-то сделать, оказывается, что по большому счету надзорная функция этой системы, она не работает. Дивно. Якщо така масова система там так самих камер стеження, ми знаємо десятки вже підтверджених фактів про те, що там брат на брата може настукати там студент на студента, учень на учня, і це практикується, це фактично заохочується. І як при такій системі стукачества взагалі вдається, ну, зберігати інкогніто і тим більше там вчиняти такі диверсії, які вчиняють, наприклад, я тут, як в Ярославлі сьогодні там горів цей завод, де виготовляють двигуни до ядерних ракет Тополь-М. Ну, я теж не повірю, знаєте, в те, що це була просто-напросто там замкнула проводка або там сантехнік якийсь, або зварювальник не дотримався правил пожежної безпеки. Ну, де-де, а на військових заводах там же з цим все строго. Як знову ж таки при такій системі? Да, будь ласка. Я вам могу історію одну інтересну розказати на цю тему, як яким образом охороняються, обезпечуються різні там об'єкти, так скажем, стратегічного значення. Я когда-то, ну, по роботі, так скажем, побував на одному об'єкті в Новосибірській області, там должны были располагаться шахты для пуска континентальных ракет.
А оказывается, ракет нет. И нет никакой инфраструктуры, есть просто пустые шахты, на которые что-то списывают. Там все стоит ржавое и, ну, и, понятное дело, абсолютно нерабочее. Тобто шахт немає. Тобто по документах вона є, що генерали російські вже пропили навіть ядерні ракети? Ну, я би не рассчитывал на это там на 100%, но я думаю, что вопросов очень много к этому, очень много. Ну, вы должны понимать, что там все работает по системе подачи доклада. Человек пишет доклад, вот, пожалуйста, у меня здесь вот там 100 миллионов танков, 350 миллионов красногвардейцев, и все хорошо. А потом оказывается, что этого нет. Вообще нет. Ну, не, ну, его нет не потому, что его украли, а его нет даже потому, что, наверное, это все и не закупалось никогда. А, тобто фактично к Радянскому Союзу, чем больше паперу, тем чище дупа, да? Конечно, конечно. Угу. Якщо тоді, якщо такий рівень бардака прекрасний, да? І якщо такий з одного боку, але з іншого боку рівень контролю величезний, як тоді вдається, не знаю, вишукувати оці шпарини, в які можуть зайти там невдоволені і знову ж таки вчиняти ті акти диверсії або там знову ж таки влаштовувати ту бавовну, яку влаштовують? Це що? Це от просто внутрішній поклик, чи все ж таки ми можемо говорити про те, що є якась координація партизанського руху в Росії? Ми зараз не говоримо, що до цього причетна Україна, боронь Боже, ми до цього не причетні, звісно, але ми говоримо про те, що в Росії самі можуть знайтися якісь політичні сили, які, наприклад, можуть почати враховувати тенденцію і почати от потихеньку розігрівати країну зсередини. Ну, я на самом деле не верю, что внутри России есть какие-то координационные такие истории, что вот есть там какое-то централизованное, так скажем, подполье, и оно вот там что-то кого-то как-то готовит. Какие-то ячейки в достаточно, ну, больших количествах, как для современной России, они есть, да. То есть есть отдельные люди, есть какие-то небольшие сообщества, коллективы, это есть. Кто-то кого-то координирует снаружи, как-то ребята там общаются внутри, мы с подобной публикой общаемся в достаточно большом количестве, это есть. Но внутри в России, я думаю, что этого нет. Ну, есть просто информация, и мы же с большим количеством людей общаемся, все равно, которые там находятся, ну вот, так скажем, из подобных кругов. Никакой внутренней координации не существует. Ну, максимум каких-то две ячейки там о чем-то могут друг с другом договориться, ну, это, наверное, потолок. Тобто така махновщина. Но на самом деле это неплохо. Это для современной России это очень много. Тобто це така певна махновщина. От захотів, як ви кажете, там підірвати завод, пішов підірвав, захотів підірвати ешелон із технікою або там залізницю, пішов підірвав, і краще про це нікому не говорити, тому що або здадуть, або ти довго не побігаєш все одно без підготовки. Я думаю, що, так скажем, стратегически важные и большие какие-то акции, они, конечно, имеют некую координацию и некий уровень подготовки снаружи, давайте так скажем. Там, да, там просто так не получится. Взорвать железную дорогу любой человек может, имея канистру бензина. Ну, не тільки каністру бензина, ще достатньо один похід в аптеку, і вже тобі фактично вибухівка готова, якщо знати, що купувати, ну, в яких пропорціях змішати. Це. От ви самі все прекрасно знаєте, я вижу. Я багато чого знаю, не все можу говорити. Так само, як і ви. Нагадаю нашим глядачам, що спілкуємося із начальником штабу російського добровольчого корпусу Олександром Фортуною. Говоримо про формування партизанського руху в Росії, тому що розуміємо, що на бунт в найближчій перспективі, там, умовно кажучи, на революцію в Росії очікувати не варто. А от є вже перші паростки невдоволених, які намагаються протидіяти в силовий спосіб, розуміючи, що тільки так сьогодні можна почати розхитувати режим із середини. Тому що, от, як каже Олександр, левова частка росіян просто боїться, тому що тотальний контроль. Ну, але тим не менше знаходяться вічі духи, які вже перестають боятися. А що цікаво впливає на цих вічі духів, що вони перестають боятися? От відсутність страху – це ж ненормально. Вони не вболівають за свою сім'ю, за своїх рідних, чи вже просто от
Ну, от які мотиви можуть штовхати людей на такі вчинки в Росії? Да тут мотивация многослойная может быть у человека. Обычно это не происходит, что вот, знаете, там какой-то импульс, человек пошел там, я не знаю, и какое-то здание взорвал или поджег военкомат. Как правило, люди, у которых это все получается и получается хорошо, они же заранее все эти вещи достаточно долго обдумывают, они готовятся к последствиям, то есть они куда-то вывозят или прячут семьи, они, ну, то есть люди понимают, что этот поступок, он изменит их жизнь полностью. Они уже не вернутся к предыдущей жизни, скорее всего. Поэтому, если мы смотрим на какие-то успешные истории, то там у человека все давным-давно подготовлено. Он совершает то, что запланировал, и просто исчезает куда-то. Либо у него ничего не получается. Но вот, возвращаясь к предыдущему вопросу, касаемо так называемого русского бунта, на самом деле, ну, мы с пессимистической точки зрения сейчас говорим, что это будет не скоро и там непонятно, как это будет, но есть какие-то такие триггеры, которые могут этот процесс резко ускорить. Например, там, потеря Крыма, военное поражение, очевидное, так скажем, военное поражение вот, в войне в активной ее фазе. Все это очень сильно сколыхнет общество, и тогда он начнет уже как снежный ком набирать обороты. То есть там уже не будет такого, что, ну, то есть уже продать в качестве внутреннего продукта это будет, ну, очень сложно. Тобто не тільки, умовно кажучи, там відвертий протестний електорат може бути ті, хто хочуть добра для Росії, але є ще ті, хто хочуть просто помститися режиму, наприклад, за ті факапи, які він допустив. Ну, наприклад, імперці не можуть, імперці або націоналісти не простять Путіну, що він там програє Крим. Все. І це для них буде тригер для того, щоб вийти з силовими якимись діями проти режиму. А чи задумуються тоді вони, що далі? Ну, тобто, добре, завалили вони слона. Ну, от, завалили. А чи задумуються вони, що далі? Чи є якесь хоча б уявлення, куди далі рухати цю всю машину, яка називається Росія? Для них самих. Я думаю, що ні. Немає. Я думаю, що суцільна махновщина виходить. Конечно, никто об этом не думает. Если мы сейчас посмотрим на так называемых российских националистов, которые с той стороны воюют, там же очень простой нарратив, очень простой план. Мы сейчас вот разберемся с Украиной, а потом мы вернемся домой и будем там уже наводить порядок. Но мы все помним прекрасно судьбу таких персонажей, которые вот говорили то же самое и хотели то же самое. Моторола, Гиви, господин Мозговой, Берег вот из последних. Все люди, которые хоть немножко, даже мнимая власть им попадает в руки, и они у этой системы появляются в прицеле, с ними начинают резко происходить различные там неприятные вещи. Кто-то взрывается, кого-то там еще, не знаю, там избивают, убивают, кто-то пропадает, ну, никто ничего им не даст сделать. Тоді чого Стрілков такий? Тоді чого тоді Стрілков такий смілий? Я думаю, що Стрілков це проект, рассчитанный на определенную категорию населения, так же как и много других там интересных персонажей. Это нам может с вами показаться Стрілков смешным, но я вас уверяю, есть категория людей, она может быть вот такой маленькой, но она есть, которые господина Стрелкова воспринимают абсолютно всерьез. И именно поэтому он существует в медийном поле. То же самое, как и господин Соловьев, Киселев, Скобеева, Навальный и все прочие. Все эти люди закрывают определенный кусочек аудитории. Ну, Стрілков принаймні не сидить, як Навальний. Навальний то зрозуміло де. А от зі Стрілковим цікава ситуація після того, як він сказав: «Володимир Володимирович, заткнісь». Ну, чесно кажучи, я так думав, що Стрілкова завтра не знайдуть. Хоча ні, знов бачу, потякає. Я не думаю, це ж просто проект. Був такий одно время дуже довго карманний клоун по фамілії Жириновський, який говорив, якщо ви посмотрите якісь відео, якісь ефіри, який говорив ще більш інтересні речі і спокійно себе дожив до старості чоловіка. Да, і помер не в об'яттях мальчика, а помер в об'яттях ковіда. Ну,
Тепер вони з Іосифом Кобзоном обнімаються там і, значить, співають на двох, розучують свої пісеньки. Нагадаю нашим глядачам, що ми спілкуємося з Олександром Фортуною, це начальник штабу російського добровольчого корпусу. Говоримо про партизанський рух, який в Росії починає з'являтися. Цікаво, в принципі, формується позиція зараз. От, виходить із ваших слів, що Росія фактично зараз тим партизанським рухом нагадує Махновщину, за рідкими винятками, коли координуються якісь важливі операції саме там десь за меж Росії. Не будемо вказувати пальцем куди, тому що це може бути Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Боже, Чехія. Хто зараз тільки не зацікавлений в тому, щоб цього слона завалити? Ну, зокрема, і ми в першу чергу зацікавлені. От, хотів би ще запитати вас з приводу ситуації, наприклад, за Уралом. Ну, от ми бачили візит Сідзіньпіня. Пам'ятаю його фразу, яку він сказав Володимиру Володимировичу, коли виходив, значить, з цього палацу, де вони зустрічалися: «Берегі себе, дорогой друг». На що він натякав? Це от Володимира Володимировича чекають якісь сумні наслідки, чи, в принципі, сюрпризи від китайських братів, враховуючи те, що за Уралом далекий схід, там район Читы, Уфи, там навіть той самий Новосибірськ, там уже все з китайцями. Так там уже давно все Китаю принадлежит, на самом деле, экономически. І росіян це не смущає? Ну, они... Там, понимаете, позиция у людей, а что я могу сделать? Нічого. Ну, есть огромные территории, которые отданы в аренду Китаю, которые отданы в аренду Корее. Я просто сталкивался по работе когда-то, там есть огромные лесные массивы, которые вырубаются и напрямую просто уезжают в Китай. Вырубка леса на Карпате, это там вообще детские цветочки, там ни в кое сравнение не идут. Там вырубается лес сотнями, тысячами гектаров. Тобто И нікого там на партизанщину не підмиває сказати, ну, типу, ну скільки ж доколі Росіюшку там можна грабити, а? Ну, там люди влачат абсолютно нищенское существование. Абсолютно нищенское существование. Во-первых. Во-вторых, путем принятия там кучи законов, подзаконных актов, любой человек, который пытается сделать что-то против, он автоматически попадает под некие там статьи Уголовного кодекса, и самых недовольных посадить легко и просто. Ну, то есть, например, если мы поедем куда-то, ну, давайте так скажем, ближе к Байкалу, там есть квота у людей на растопку, ну, дровами дома, которая составляла, там, ну, если мне память не изменяет, порядка 40 кубов в год. Вот. И человек не может пойти набрать хвороста в лес, потому что там летают дроны и смотрят, ворует он или нет. Такой вот хай-тек по-русски. Прекрасно. Прекрасно. Хай-тек по-русски рулять. Нехай собі рулять. Добре. Наслідки бавовни в Джанкої, от Крим теж, в Криму теж зараз чимало різного партизанського руху, руху спротиву. В принципі, те, що відбулося зараз в Криму, почули цей сигнал? Як його прочитали взагалі, знову ж таки, в Криму? Як його прочитали в Кремлі? Як його прочитало ФСБ? Я думаю, что там господа пребывают в уверенности, что вторая армия мира все-таки вторая армия мира. Случаются неприятности какие-то, но они такие локальные, ничего страшного. Вот. То есть война, она, понимаете, штука утилитарная очень. Она не про то, у кого там что толще, длиннее, интереснее, красивее. Она про факты. Украина на сегодняшний день летит вперед, в том числе благодаря и западным партнерам в технологическом плане. Она начинает получать серьезные образцы вооружения, она начинает получать какие-то технологии и успешно их применять. Россия, ну, наверное, это признает, когда уже под стенами Кремля кто-то будет стоять и разносить это все в пух и прах. Потому что ни один
здравомыслящий генерал российской армии не сможет доложить наверх, что нас тут, знаете, там картонными дронами закидали и взорвали нам тут все, что могли, потратив на это там, ну вот столько вот там денег в масштабах войны. Вот, ну, это ж все, это ж скандал, лишение погонов и всего остального. Там никто никогда не будет в этом признаваться, в каких-то вот таких пораженческих историях. Это одна из таких больших причин, по которой армия России проиграет. Хорошо, зараз за армией России постійно хтось стежить, то там... Не знаю, там ФСБ, то ще хтось, там же до біса в Росії зараз різних наблюдательних і созерцяючих органів. Тоді чому в цій ситуації, наприклад, самі військові разом з ФСБшниками не можуть називати замутіть двіж на двоїх і сказати, ну все, хватить, досить, награлися, давайте вже будемо якось цю всю от лавочку закривати, ну, тому що ми так потеряємо велику страну. Вот чего, там, чего нет, там же вопрос про зарабатывание денег идет. Если мы посмотрим именно на идеологов, да, которые говорят, ну вот у которых реально болит там душа и сердце за великую Россию, которые переживают именно за страну, их же там, ну, не очень много. Там же вопрос исключительно такой, зарабатывание денег, попытка оставить себя в существующем кресле при существующей власти и все. О какой там стране мы говорим? Это все люди там работают, у них семьи живут за границей, у них капиталы находятся за границей. Ни один здравомыслящий генерал российской армии не будет держать свою семью и свои накопления в России. Так же, как и ни один чиновник. Ну, если мы там возьмем по уровню сопоставимому там, вот, чиновника с генералитетом, ну, этого ж нет. Все ж прекрасно понимают, что в России у них работа, а жизнь у них в другом месте. Понимали. Сейчас они испытывают некие иллюзии до сих пор по этому поводу, но их же уже особо-то нигде не ждут. Вот. И там уровень генералитета и высшего командного руководства, он совсем другой. Все эти, ну вот давайте мы возьмем, просто посмотрим, какой-то срез сделаем, откроем, там, не знаю, интернет и посмотрим существующих. Ну, там, давайте от майоров там хотя бы начнем, кто управляет российской армией. Это же там глубокие пенсионеры, которые не понимают принципов современной войны, не понимают, что доктрина российской армии морально устарела лет на 100 уже. А Украина другая позиция. Здесь люди существование самих себя за свою страну, за свою землю, за свои семьи в буквальном смысле. Потому что если они этого не будут делать, это все исчезнет. Вот и вся разница. А добре, а тоді військові російські разом із ФСБшниками, вони усвідомлюють собі глибину дупи, в якій вони опинилися, чи ні? Чи просто вони, вони сподіваються, що вони зароблять баблішка, зроблять по-бистрому, а потім в Китай куди-небудь звалять і будуть собі там безбідно жити? Як нам докладують определенні люди, так скажемо, на сьогоднішній момент серед силовых структур в Российской Федерации очень популярна такая история. Они очень сильно хотят убрать верхушку правительственную, существующую на сегодняшний момент, ну, под любым предлогом посадить, там, как-то расстрелять, обвинить во всех, ну, там, знаете, из разряда «Владимир Путин развязал войну, давайте вы его там посадите, или он просто куда-нибудь исчезнет, и все». А мы что-то просто приказы выполняли, мы ни в чем не виноваты. Давайте нам какое-то другое нормальное, ну, давайте поменяем просто человека на другого человека и заживем себе хорошо, прекрасно и так далее. Они все понимают, в какой интересной истории они оказались, а также их близкие, их семьи, их активы, ну и вообще в целом их вся жизнь. И сейчас для них это действительно на самом деле единственный вариант выйти из положения, ну, более или менее нормально. Но я думаю, что этого не произойдет. Не произойдет чего? Вони не зрозуміють, чи вони вже в цьому човні і будуть гребти до кінця? Ну, я думаю, что уже ни один здравомыслящий политик не пойдет на то, чтобы замять эту войну. Давайте мы там какой-то найдем компромисс, давайте мы этих посадим, это все оставим как есть. Уже перейдены все красные, там, зеленые, синие, черные линии, и уже, ну,
Я, как человек, находящийся внутри армии и общающийся с простыми солдатами, линейными офицерами, с обычными людьми на фронте, понимаю, какие там есть настроения. Никто на это не пойдет со стороны Украины. Уже теперь нет. То есть, если это как-то там еще в первое, ну, может быть, там в первую фазу войны, может быть, но сейчас уже нет, и все готовы идти до конца. И никто не позволит принимать таких решений. Нагадаю нашим глядачам, що ми спілкуємося із начальником штабу російського добровольчого корпусу Олександром на псевдо Фортуна. Говоримо про формування партизанського руху, що власне в самій Росії. Ну і що власне може стати підґрунтям для поширення цього партизанського руху на всю країну. От в принципі, от ці рішення міжнародного суду, кримінального суду з приводу ордера на Путіна. Воно, на ваш погляд, якось розігріло ситуацію навколо самого Путіна? Тому що, наприклад, наші експерти кажуть про те, що єдність верхівки політичної залишається, ну, стабільною. А чи так це? Я думаю, здесь немножко под другим углом имеет смысл на эту историю смотреть. Все привыкли к определенной расстановке сил. Все привыкли, что есть там такая условно беззубая Европа, на которую там сильно внимания никто не обращает, и Европа никогда не идет силовым путем, она пытается все вопросы решить дипломатическим путем, ну, условно, в среднем. Есть Россия, которая страшная, ужасная, и в любой момент готова решать вопрос силовым путем. Европа сейчас попробовала сделать такой шаг, они выпустили ордер на арест, посмотреть, что будет делать Россия, как она отреагирует. Россия никак не реагирует. Они там шутят, смеются и говорят, да это вообще там, какая-то ерунда, нас это не касается, это все чушь. Но никакого, ничего в противовес они сделать не могут. И я думаю, что это такое прощупывание почвы, потому что сейчас все подождут, будет какой-то следующий шаг, потом следующий шаг. Это на самом деле правильно. Правильно с чьего боку? С боку там международного співтовариства или с боку России? Не понял. Ну, ви кажете, що це буде правильно. Правильно з боку міжнародного співтовариства, яке намагається прощупати, от, що буде з Росією, з росіянами, з оточенням Путіна. Ні. Ви маєте це, конечно, на увазі. Тобто це, конечно, на оточення ніяк не вплинуло, воно залишається таким монолітним. І ніхто там насправді не напружується з цього приводу, що от, ну, дідушку Путіна можуть, наприклад, десь зачинити там в Бразилії або в Німеччині. Я думаю, что они считают себя неприкосновенными особами на самом деле, несмотря на все то, что происходит, и что никогда ничего с ними не случится, что все это ерунда. Но я думаю, что в большей степени их волнует тот момент, что они не могут ничего сделать в ответ. Ну, то есть они не могут ни экономически ничего в ответ сделать, ни политически, ничего. То есть им их ставят перед фактом. Россию достаточно давно не ставили перед фактами какими-то дипломатическими, так скажем, и политическими. А тут их просто ставят перед фактом, а ответить нечего. И вот это вот, наверное, обидно, досадно и неприятно очень. Ну от Анатолій Анатолійович Медведєв сьогодні сказав, що я хочу подивитися на тих, хто арештує Путіна, а зразу на їхні голови прилетять там ледь не всі скандари міра, які тільки є в Росії. Ну, господин Медведєв почаще бы принимал таблетки, лег бы в какое-то профильное заведение, чуть-чуть поправить здоровье, и, может быть, мы бы от него слышали какой-то конструктив, а не речи клоуна, придворного Орликина и кем он там еще является на сегодняшний момент. Ну, это, несмотря на то, что это все-таки политик определенного уровня, он не выполняет его функцию и не может таковым являться. Угу. Гаразд. Тоді, якщо, ну, таку, ви знаєте, картину досить специфічно змалювали все, що відбувається в Росії, я більше схильний, звісно, довіряти в цій ситуації вам, тому що у вас є точно більше можливості для того, щоб як поміряти, що називається, середню статистичну температуру по палаті в Росії. От. Якщо зараз подивитися на ті процеси, які відбуваються в Росії в плані формування приватних військових армій. Ну от ми бачимо, там Пригожин своїми вагнерівцями зараз потрапив в ситуацію немилості.
Але там Газпром свою приватну армію створює. Значить, хто там? Шойгу свою приватну армію. В Кадирова там взагалі своя приватна країна, ледь не. От. Вони ж не одні, хто зараз починає це робити. А для чого це от накачування таким силовим відбувається? Вони що, готуються до чогось? Они все готовят к войне друг с другом просто, вот и все. Они все понимают, что рано или поздно начнется военная история на территории страны, и каждый хочет иметь карманную армию для отстаивания своих интересов, своих там, каких-то моментов оставшихся. Ну, то есть Кадыров, понятное дело, готовится к противостоянию с Пригожиным. Кто-то еще с кем-то. Ну, так їх же записали, їх же, Олександр, їх же записали в друзі. Вони ж там ніби дружили, потім посварилися, а тепер будуть мірятися вже арміями. Ну, самих лучших друзей треба держати поближе друг к другу, ми ж знаємо. Угу. Знаємо, да. Таких друзей за щось та в музей, як каже стара ще приказка. Гаразд, тоді, якщо це силове накачування відбувається, їх можна використати, логічно було б використати зараз, наприклад, для того, щоб спровокувати от вже не політичну гав-гав, а, наприклад, ну, військову гав-гав, щоб вони там почали вже один одного потихеньку відстрілювати. Чи поки Путін при владі і цього не буде? Я думаю, что этого не будет, и в любом случае какие-то громкие вещи. Ну, в России невозможно создать свою какую-то частную армию, давайте там так скажем, неважно какого она размера, там это один батальон или это полк. Это невозможно сделать без согласования сверху. Это нереально сделать абсолютно никак. Ну, это не значит, что там непосредственно вот исключительно лично Путин там, подписывает какие-то документы, но какая-то из башен Кремля, так скажем, должна этим процессом управлять и возглавлять его желательно. Вот. Если этого нет, ни о чем таком речи быть просто не может. Сейчас идет просто внутренняя конкуренция. Все понимают, что вот эта старая модель не работает, надо какую-то другую модель. Но пока вот есть вот эта некая там промежуточная история, пока все паритеты какого-то не достигли, все начинают аккумулировать силы, ресурсы, средства на всякий случай. Но это больше такая история, как знаете, как вот все к войне готовились, там пошли люди там, гречку себе покупать, тушенку покупать, соль покупать. Ну, тут примерно такая же история, только про людей и частной армии. Оно может понадобиться, а может не понадобиться. А может они будут выполнять приказы, а может не будут. Ну, это больше такая конъюнктурная история, когда один человек пытается другому человеку сказать, у меня вот армия потолще и подлиннее, чем у тебя. Хотя ее, может, и нет на самом деле. А те, що відбувається зараз із Пригожиним і вагнерівцями, ну, там його зараз відтирають потихеньку, він там ніби обіцяє зараз переорієнтуватися на Африку, але з іншого боку, Путін, схоже, виконає свої обіцянки і помилує там тих, хто відслужив півроку у Вагнері. А що тоді буде із Росією, коли цих десятки, можливо, тисяч, хто там вціліє, повернуться в рідні міста і весі із бойовим травматичним досвідом, із відсіткою там 12 років за плечима, ну і точно не з порожніми кишенями, вони ж точно привезуть собі в якісь там пару карамультуків, пару десятків гранат або ще і щось посерйозніше. Здесь є два моменти. Момент номер один. Если мы откатимся, ну, наверное, там, к поколению моих родителей, условно говоря, да, там, вот, ну, там, послевоенное, то там процент людей, отбывавших наказание в местах лишения свободы, ну, он достаточно высок, процентов 30, наверное, где-то больше. Есть регионы, где, там, наверное, каждый второй человек. И то, что именно вот эти персонажи вернутся на свободу, оно на самом деле, ну, не будет каким-то чем-то новым, чем-то ужасным. То есть, ну, сильно вот именно в гражданской жизни ничего не поменяется. Не получится такого, что здесь вот у нас в этом селе жили академики, и тут какой-то наплыв зэков произошел, и жизнь сломалась. Ну, такого не будет. То есть, там есть такая, знаете, смешная пословица про то, что кто не сидел, тот не русский. Вот, это во-первых. Во-вторых, вот
Возвращаясь ко второму моменту, что будет, да, много оружия, много патронов, много, там, давайте скажем, товаров двойного назначения. То есть вот, вот это да, это может создать проблему, потому что, несмотря на то, что в России крайне жесткий надзор за оборотом даже там гражданского оружия, да, чтобы купить, пойти в магазине себе охотничий карабин, там надо, ну я не знаю, там с ума можно сойти. Вот, вот с этим проблема как раз будет. И это будет тоже одним из факторов, который будет раскачивать ситуацию. Появятся люди, которые будут там разгульно себя вести, обязательно кто-то в кого-то выстрелит, обязательно что-то где-то взорвется, и все это будет следствием войны. Я помню, как это все происходило после Первой и Второй Чеченской. Вот эти все никому не нужные, и прежде всего государству ребята с хмурым взглядом, выпивающие практически каждый день, дерущиеся и устраивающие дебоши. Это все продолжалось достаточно много лет, но теперь это совсем другой оборот примет, совсем другие масштабы. Это в том числе будет одним из таких серьезных дестабилизирующих факторов. А как эта дестабилизация может вам сыграть на руку? Возрастание уровня недовольства населения. Ну, то есть люди же вкладывают там некоторые пока что еще дважды два, и они же понимают, что развязана война, отправлены люди на войну, люди эти вернулись в том числе не совсем психически здоровыми, они вернулись с оружием, и вот из-за этого все это и началось. То есть это будет вопрос к власти. Пускай он будет просто на уровне недовольства, но это уже хорошо, чем вообще ноль. Ну, то есть это такая определенная подготовка почвы для чего-то большего. И если на фоне этого всего, ну, понимаете, социальный взрыв может получиться, вот, например, завтра Россия теряет Крым. Обстановка в стране складывается очень интересная. Есть куча инвалидов, есть куча людей, которым не заплатили деньги, есть куча людей, которые просто исчезли, пропали. И при том, те, кто вернулся с войны, они устраивают там форменный беспредел на территории Российской Федерации. Кто виноват? Виноват власть. И вот это может стать стартом. Тобто, вкотре переходимо до того, що смерть Кащея в яйце, а яйце в Криме. В том числе одно із яєць в Криме, давайте так. Ага, тобто яєць насправді дуже багато. Зрозуміло. У мене останнє запитання до вас. Скажіть, будь ласка, от Росія встане з колін? Я думаю, что Россия встанет с колен только для того, чтобы принять какую-нибудь другую, не очень хорошую позу, разве что. Вот. Встанет с колен в том смысле, как это интерпретируют россияне на сегодняшний момент, ну, наверное, уже нет. Вот. Для того, чтобы России встать с колен, ей надо пройти на сегодня очень-очень длинный путь. И... Конечно, когда-то что-то встанет с колен, не факт, что это будет называться Россия, не факт, что это будет там, вообще при нашей с вами жизни, но рано или поздно цивилизационно эта территория к чему-то доброму, хорошему и светлому подтянется. Но я не думаю, что это произойдет в каком-то вот совсем ближайшем обозримом будущем. Я розумію, що наші очікування дуже часто біжать попереду наших можливостей, але сподіваюся, що там спільними зусиллями небайдужих, тих, хто все ж таки дбає про майбутнє якесь своє, не тільки в Україні, а взагалі де-інде в світі, нам залишається тільки одне – плекати надію, тримати зброю чистою і працювати над тим, щоб ворог скоріше скоцюрбився. Олександре, дякую вам за цю предметну довгу розповідь, за ваші коментарі. Олександр Фортуна, начальник штабу РДК, був з нами. Говорили про формування партизанського руху в Росії, про те, які варіанти можуть розігріти цей партизанський рух. Ну і зрештою, висновок який? Росія встане з колін, але колись, щоб прийняти іншу позу.
Дякую, Олександре. Спасибі за час, який ви нам приділили. Дякую глядачам, які були Спасибо з вам. Нами. Спасибі, тримаємося. Україна неодмінно переможе. Спасибі глядачам, усім, хто був з нами також. Дякую вам за ваші коментарі, за гострі дискусії, які ми бачили в нашому чаті. Сподіваюся, що ви були не розчаровані цією розмовою. Ну і сподіваюся, що, в принципі, ми прекрасно розуміємо, нам своє робити. Ворог все одно небезпечний, ворог жорстокий, роботи ще на нас багато, нам залишається тільки що підтримувати наші збройні сили і плекати нашу перемогу. Слава Україні і всіх радий був бачити і чути.